Декабрь 2019-го. Средняя температура воздуха плюс 12. Необычайно теплая зима евпаторийцам не в диковинку. Многие еще даже не доставали теплые куртки из шкафов. А есть и те, кто, как ни в чем не бывало, с удовольствием купаются в море. И это при том, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Правда, кажется, помнит об этом только календарь. Снега не сыскать, как, собственно говоря, и главного символа торжества. Пол Евпатории обошли, но живых елей и сосен найти так и не удалось. Да и искусственных, в принципе, выбор невелик. Как же люди без хвойного дерева создают новогоднее настроение? Как оказалось, у жителей курорта множество способов настроиться на праздничный лад. Без новогодних фильмов никуда, конечно. Какой Новый год без новогодних фильмов? Я отдыхаю, у меня настроение хорошее. Хотелось бы побольше огней, чтобы было все красиво, как в душе, так и вокруг. Именно так вскоре и будет выглядеть город детства. В самом центре устанавливают праздничную зону отдыха. Красиво они будут украшены у нас. Вечером по Евпатории могут пройтись, прогуляться люди, будут тут огоньки гореть, могут взять горячие напиточки, чай, кофе. И также перекусить что-то. И также пойти дальше, погулять по нашей красивой Евпатории. Большие и красивые гирлянды, дождики, шары по традиции увенчают главную городскую елку. Помимо уже знакомых евпаторийцам фотозон, в уходящем году на Театральной площади появится огромный полумесяц со звездами. Будет новый проект, это световое шоу-маппинг на здании городского театра. Поэтому вот если изюминка говорить, это изюминка. Это изюминка Нового года 2019-20. Это далеко не полный список новогодних преображений, которые запланированы в Евпатории. Об остальных жители и гости города-курорта узнают совсем скоро. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.